По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Морозова, в Ульяновске продолжается расширение сети государственных лечебных учреждений. Одно из них – Центр охраны здоровья женщин – должно появиться на Рябикова, 96, уже через год. Строительство центра было начато несколько недель назад. На сегодняшний день рабочие уже вырыли котлован и готовятся к прокладке коммуникаций. В двухэтажном центре будут расположены 11 кабинетов приема врачей-акушеров-гинекологов, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, малые операционные. Также в медучреждении будущих мам будут принимать и узкие специалисты. Здесь будет работать окулист, лор-врач, терапевт, эндокринолог. Это те же, что в 4-й поликлинике? Да, но они будут работать здесь. Они будут приходить на прием в Центр охраны здоровья женщин. То есть женщинам не надо приходить в поликлинику. Это еще большой плюс к тому, что у нас не будут встречаться женщины гинекологические и беременные с другими пациентами. Сегодня глава региона провел совещание с работниками отрасли, на котором в очередной раз напомнил, какие первоочередные задачи сейчас стоят перед здравоохранением. Перед нами стоит грандиозная задача в очень короткий период времени сделать наше здравоохранение, которое уже будет готово вот к таким большим преобразованиям здравоохранения. Лилиана Рахматуллина, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.